Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем, пожалуй, с арены. Делаем запрос. 15 бродяг мы получаем автоматом. И, так, воблер, копейщица, сакура и 5000 голды. Окей, давай быстренько с тобой сходим в бой. Поиск противника, противник уже найден. Эй, серьезно, что ли? 22-й... Ой, зачем? Зачем я сейчас... Ой, господи, вот это тупанул, ребята. Нафига я взял вот этот свой имбовый отряд? Скажи, ну зачем? Я же потрачу энергию сейчас. Ай, смотри, с удара сейчас просто... Тюх! Да, ребята, вот это я лопухнулся. Вот это я поспешил. Не надо мне никакого стартового пакета. Мне уже нужен не стартовый пакет, а заключительный пакет. Так, ну что, давай зайдем в магазин. Бесплатно забираем с тобой ядерного робота. Одну, хотел сказать, ДНК, одну карточку. Ну, естественно, я вам отправляю подарки. Сам получаю, все собираю. Так, и... забираем здесь. Ну что, погнали. Нас ждут великие дела. Подожди-ка, ежедневные испытания. Что у нас тут разыгрывается? Квест завершен. Дружелюбность. Король, погоди, король, а король у меня прокачанный или нет? Да, король у меня максимальный, поэтому нет смысла, ребята, идти на ежедневку, лучше пойдем с тобой. Так, у нас территория Нефритовая долина. Собственной персоной копейщик плюс тигр. Копейщик плюс тигр равняется, наверное, вот эта вот команда, нет. Хотя, почему нет, да? У нас же... Подожди, это первый бой? Вот это я лопухнулся, ребята. Успею я вызвать голема до того, как он нанесет урон по мне? Нет! Не успел, блин. Это же первая, ребята, локация. Конечно же, тут маленькое расстояние. Они меня тут... Ай, тупанул. Начинается у нас, конечно, с тобой паршиво игра. Замок-то мы ему, конечно, разнесем, но... мне придется переигрывать здесь. Вот в чем вся беда-то. Просто раскрамсули здесь устраиваем. Причем нехилые. Ну все, големы сейчас разберут. Или что, ниндзю вызывать? Паршиво. Надо было тогда нам с тобой, наверное, брать ту команду, где находится у нас молотильщик вместе... с щитоботом. Не надо, я не буду. Мне надо здесь переигрывать. Ты уж извини, бро. Поехали. Это ж надо было так лопухнуться, а? Вот, надо было как делать. А не то, что я там вычудил. Ну и куда ты бежишь, а? Ну куда ты бежишь, а, хлыщ? На. Выкуси, как говорится. Один молотильщик просто здесь всех сносит. Прикинь. Так, ну что, вызываем паладина. А где тигр-то ваш? Вот он вышел. Явился, не запылился, да? Все, мы его раскромсали. Так легко и безмятежно. И замок уничтожили. Да, я сам, конечно, немножко, ребята, тупанул. Немножко. Я бы сказал, даже очень немножко. Ладно, второй поединок. Здесь я оставляю тот же самый отряд. Тут храм. Пес храма, да, у нас получается. Опять же эти копейщики. И тоже самый тигр сохранился. Смотри-ка, тишина какая-то. Даже копейщики не бегут, а почему? Что случилось? Вот они. Засранцы мелкие бегут. Ну. Вот так вот. Давай, Палыч, устройка им там. По полной программе. Тигра нету. Тигра до сих пор почему-то нету. А вот он явился, тигр. Да, я очень много этих вызвал. Здесь никакой души не будет. Тигриной, нет? Да нет, по-моему, все отлично. Да, немножко нас пуганули, шуганули. Но это ерунда, все на самом деле. Тогда замку трындец. Что он тут сделает? Да уже ничего. Так, монетку отдай только. Я даже не буду вызывать здесь друидку, потому что, сам видишь.
Фух. Так, погнали дальше. Ой-ой-ой-ой, тут уже Ронин. Вот так вот, ребята. Тут уже у нас Родин. Родин. Какой Родин? Ронин, ё-моё. О чем ты, Рэй, говоришь, ё-моё, а? Так, будет выбегать, нет? Да, он вышел, но не с разбега, а так. Повыпендриваться, покрасоваться. Я ведь знаю, что он должен на одних Ронинах здесь играть. Видишь? Вот именно об этом я и говорил. Так, ну что же, пока мой маленький зомби там бомбит, мы вызовем с тобой еще одного ползуна. И еще одного зомби. И если что, мы вызовем с тобой клетку. Так. Тигр, да? Что-то, по-моему... А, нет, все нормально, все отлично. Замутузили. И копейщиков всех там порвали. И, соответственно, сейчас замок уничтожим. Обалденно. Так быстро. Эти зомби знают толк. В массовых атаках. Ну что, у нас с тобой предпоследний уровень. Так, здесь ниндзя прибавляется еще, ко всему прочему. А я баллистой должен, да, прикрываться. Кстати, я сам давным-давно, ребята, не использовал тигра в своей колоде. Если честно. Сейчас что-то вспомнил. Почему я думаю, тигра не применяю у себя? Интересно, да, вопрос? Он же на самом деле такой имбовый довольно-таки персонаж. Но он дорогой. Опа, опа, опа. А я, знаешь, что сделаю? Я попробую сейчас жнеца позвать. Блин, ну вот ниндзю здесь... Вот ниндзю здесь не надо. Клетка. Давай, 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 давай. Отлично. Так, а вот теперь можно уже и жнеца позвать. Как говорится, посмотреть, кто кого, да? Разнесет здесь. Ну, понятное дело, что мы. Понятное дело. Ускоряха. Душа полетела. И сразу двух моих баллист уничтожила. Так, выпускаем клетку. Ну и все. Замок разрушен. Как-то вот так вот. Ну что, пошли на последний с тобой бой. Кто у нас тут будет? Ох ты, богиня солнца. Я с ней драться не собираюсь. Я хочу вот взять этот отряд. Он знает толк. Этот отряд специализируется по всем боссам. Но бывают такие моменты, где его, этот отряд даже проигрывает. Че, никто не выйдет, что ли? Эй. Надо же, Ронин. Вышел Ронин. Причем спокойно вышел. Не напрягаясь. А вот мы... А вот мы выбежали, как всегда, в ярости. Давай, прыгун. Что-то у него Ронин сегодня на расслабоне, скажу тебе. Так. И все, что ли? Вот так вот легко и просто? Нет, я, конечно, ничего против не имею, но чтобы вот так вот на изи. Ну что, друзья мои, забираем сундук Нефритовой империи. Так, охотник за сокровищами. Мы выполнили с тобой задание. И территория нежити. Опа, сразу же начинается с летучей мыши, да? Так, подожди, с летучей мыши. Какой же нам отряд-то лучше взять с тобой, а? Этот, что ли? Против чумной это я не знаю, ребята. Как нам тут быть? Паладин, в принципе, неплохо было бы. А тут у нас получается что? Ниндзя? Чумная мышь, она не пролетает. Да? Нет, она пролетает. Она пролетает, блин. Е-е-е, молодец, красавица ты моя ненаглядная. Умничка. Правда, ты погибнешь сейчас. Но основную функцию ты все-таки успела выполнить. Так, давай еще одного ниндзю вызовем. Плюс жаба с пушкой и молния. Оглушили. Да, ребята, оглушили мы чумную. И все. Их песенка спета.
Когда два ниндзя там стоит, плюс еще БФГшка сзади бомбит. Ой, красота. Ну ты все сам видишь. В хлам. Просто беспощадно уничтожаем замки. Так, ага, здесь у нас квест выполнен. Конец крестового похода. Уничтожьте 50 подданных. Но это надо с людишками драться, чтобы выполнить. А у нас пока территория нежити. И, кстати, здесь призрак. Интересно, я когда-нибудь на призрака накоплю себе? Я вот ни разу не помню, чтобы нам выпало из него... Ой, ёлки, я аж пуганулся. Чтобы нам выпадала ДНК. Ну, карточка на призрака. Вот не помню я этого. Блин, у него преимущество перед нами. Так, ладно. Давай, голем, выходи. Этот призрак сейчас будет нервотрепкой заниматься. Самый настоящий. Слушай, он не зачастил летать-то так часто? Ну-ка. Интересно, а молния может убить призрака или нет? Вот не знаю. Работает ли она на него? Мне кажется, почему-то, что не работает ни шиша. И вот луч богини солнца может сжечь призрака? Вопрос интересный, да? Вот кто бы мне дал на это ответы? Просто снесли замок с тобой к ядрине Фени. Двигаемся дальше. У нас тут третья миссия. Опа. Служитель тьмы как раз будет стоять под големом. Я вашу тактику понял. Я понял, к чему вы тут намекаете. То есть шиш пробьешь этого голема, да? Вражеского, естественно. Потому что будет его хилять постоянно. Но нам поможет, знаешь что? Армия БФГшек. Скорее всего. По идее, должно быть так. Если мы с тобой призовем очень много БФГ, они будут бомбить еще до того, как этот служитель тьмы вообще к нам подойдет. Вот, надо это все проверить, реализовать, плюс молнии. Вот, видишь? И все. Блин, вот тебе... А, нет, все, уничтожили, успели. Так, БФГшки. Отлично. Короче, его тактика против моей не прокатила. Как ты видишь, мы их тут прижучили, причем конкретно. Тьфу, пара пустяков просто-напросто. Так, и что у нас остается? Предпоследний поединок, насколько я понимаю. Ну да, и территория не... Опа. А здесь у нас некро. Хм. Какой взять отряд-то, а? Ну, в принципе, вот этот отряд вообще бы зашел на изи. Но тут призрак, он будет уничтожать ползуна моего. А этот? Этот отряд тоже, в принципе, хорош, ребят. Но я все-таки возьму, которым мы и играли. Только лишь ради БФГ. Хотя БФГшка против призрака далеко не уйдет. Может быть, богиню солнца сразу призвать? Чтобы она их там жарила всех, а? Что скажешь? Вот она ползет, мерзкая пакость. Блин, я не знаю даже. Оу! Стопэ, 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 чумлуха. Стоп. Не надо выпендриваться здесь. Что там у нас получается? Фигня получается, ребят. Колобки эти, блин. Вот об этом я и говорил, что колобки зловредные, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо уничтожать этих некро как можно быстрее, ребят. Пачками их нужно ложить. Так. Ага, колобков уничтожаем потихоньку. Отлично. Блин, надо было богиню позвать. Ё-моё, что-то я выпухнулся сейчас. А вдруг получится? Ребята, у нас и так все великолепно получается. Даже без богини солнца. Ты сам видишь. Е. Я что-то уже на долю секунды подумал, что они нас сейчас там прижучат. Был такой момент напряженный. Так, ну что же. Бежим с тобой на последний
Бой на последний поединок на этой территории. Здесь у нас будет дед. Старый маразматик. Что-то никто не выходит. Тишина какая-то. К чему он там готовится? Ну, допустим, вышел голем. Там следом чумнуха вылезла, да? Так, ладно, попробуем с тобой вот таким вот образом сделать. Ну? Ронин, выручай. Конечно, выручит тебя Ронин здесь. Так, я вызываю прыгуна следом. Так, тут пока все хорошо. Ну что же ты, прыгун, ё-моё, ну... Вот тебя здесь только не хватало, служитель тьмы. Вот тебя тут только не хватало. Сейчас мы попробуем. Так, служитель тьмы... Ух! Я и забыл совсем, ребята, что здесь... Фух. Я про него забыл, прикинь. Да, хорошо, что я ульту свою не потратил. Ну что, ребят, мы выиграли, забираем сундук, естественно. Сундук нежити. Так, и здесь нам выпадает прыгун, камикадзе и замок. Так, территория захватчиков. Вот бесявый вот этот вот страж. Вот серьезно тебе говорю, бесявый. Ну что, давай, его страж против моего тракоша. Я думаю, что это справедливо, да? Но только его страж может оттолкнуть моего терракотового бойца далеко-далеко. И он будет его так отталкивать, отталкивать, отталкивать до бесконечности. Но мы можем с тобой сделать еще один, как тебе сказать, фокус. Взять тыкву голового. Кто это, кто заморозил нас? А, точно. Это же, блин, чувырло морозит же. Ну-ка. Ты видишь какой-нибудь урон? Нормальный, я вообще не вижу, ребят. На тебе, влобешник. Так, я буду вызывать, наверное, деда. Или не стоит? Тут непонятно, блин, как лучше сыграть. Давай, грифа, полетели. Вот и прекрасно, вот и ладненько. Опять он вызвал, а? Ну, слушай, ну этой армадой, конечно, мы сразу же с тобой запинаем. Тут ему некуда деваться. Ну и, соответственно, замок тоже. Давай, давай, пробиваем. Вот и все. Так, ну что, первый бой у нас прошел довольно неплохо. Но это только первый. Впереди еще раз, два, четыре. Так, я, наверное, этот же отряд оставлю. Но здесь у них прибавляется тритон. Тритон — это бафер своего рода. Он усиляет команду вражескую. Поэтому нужно быть всегда на чеку. Что-то тишина опять какая-то вот. Ну, я понимаю, да, страж, он стоит дорого. И он его выпускает. Выпустил Кракена на волю, да? И этот подхалим сзади идет, а? Засранец мелкий. Мы до него не достаем, к сожалению. Видишь, что он делает? Видишь, что тритон, блин. Ах ты хмырь мелкий. Давай, давай, срочно грифона. Есть, разобрали. Так, сейчас мы этого должны уничтожить. Еще одного терракошу позовем на помощь. Че он там не делает? И щиты, и отражение. Полный боекомплект, короче, да, делает. Так, давай выпустим корни. Тритоша попался. Так, и деда. Дед психанул, бежит, сломя голову, смотри. Правильно, дедок. Покажи, кто здесь главный. Раз. И два. Все, ребят. Фью. Отлично. Ну что, двигаемся дальше. У нас с тобой
третья миссия. Здесь, ребята, бородавочник. Как будем делать? Наверное, на всякий случай позовем самурая. Пускай идет пока потихоньку, да? А он сейчас бородавочника наверняка позовет. Да-да-да, с эффектом разбега. Естественно. Так. Молодец, спасибо, родной. Придерживает, как говорится, их там до последнего. Корни. Потому что если еще один бородавочник выбежит, чтобы он здесь не смог пробежать. На. Нормуль. Так, а вот и страж. Явился, блин, не запылился. Ну что, будем деда вызывать? Как всегда, по стандарту, ребята. Пускай идет. Так, ураганчик. Плюс корни. И плюс тыквоголовый. Сейчас будет раскрамсон. Ну смотри, что мы тут вытворяем, а? Круто же. Да, друзья мои. Простенько, как говорится. Без каких-либо усложнений. Ну что, мы смотрим с тобой дальше. Это у нас предпоследняя, да? Волна, опа, хищнец. Так, ну здесь обычно мы как делаем? Наверное, вот этим отрядом будем. Хищнец, его нужно контрить постоянно. Причем, зная я его выходки. Так, ну что, ждем с тобой щитобота. Сейчас он делает прыжок свой роковой. И вот так вот. Гуляй, Вася, как говорится. Очередной пройдоха. Так, вызываем паладина. Вызываем паладина, он тут справится уже сам. Ну и куда ты побежал? Ну, что ты делаешь, родной? Мне нужна друидка. В ближайшие вот секунды, так сказать. Блин, ну паладин не справится. Тритона этого надо подтянуть. Ой, тут еще и хищнец, ребята. Надо его встречать. Так, мы там как, нормально все у нас? А вот, друзья мои, и друидушка. Идет сзади. Сейчас она все разрулит. Все сделает как надо. Так, я еще одного всадника на журавле позову к нам в помощь. На. Так, хорош тут уже буянить. Что-то разошлись, ребятушки, не на шутку, я смотрю. Заморозочка. Так, друидка, давай это. Все. Все, ребята, выиграли. Последний заключительный поединок у нас тут. Ну что? Так, здесь, естественно, этим отрядом начнем. Так, хищнец у них есть, да? Хищнеца, в принципе, может маг-рыцарь контролировать. Без проблем. Никаких трудностей не должно быть вообще. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было жестко, друзья мои. Да ну! Я вот сейчас вот я немножко прихренел, если честно. Я сейчас прихренел, блин. Во-первых, потому что я слил энергию в никуда. Просто тупо в никуда. Тут надо ускоряться, ребят. Все тут. Переигрываем этот уровень. Да. Теперь они еще этого призвали. Смотрителя, блин, своего. Да, лопухнулся я, короче, именно по прыгунам. По хищницам, точнее, ребят. Именно хищница я пропустил. Ну, я же не знал, что так получится. Так, ну вот если я переиграю, только я возьму, например, другим отрядом. Вот этот вот попробуем с тобой.
Не будем брать имбовый, потому что там всего лишь одна энергия. А здесь еще, как говорится, энергии достаточно. Нам просто нельзя получить повреждения именно по нашему замку. И этот уровень будет у нас пройден. Вот единственное, что я не знаю, ребята, как нам контролировать хищница. Просто не представляю. Джаггернаутом, если только. Ну давай, я попытаюсь, конечно. В принципе, неплохо получается. Так, мне нужна, знаешь что? Мне нужна клетка. Потому что там идет уже страж. Давай, 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 уничтожаем. И я хочу позвать жнеца. Че, они успели выпустить стража, блин? Вы серьезно? Твою дивизию, они выпустить успели стража. А, ребята, а там смотрите. Клетку, 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 срочно клетку. В плане. Всех напугал, прикинь. Смотритель этот. Ты прикинь, что он творит. Что за дела-то, я не понял. Ну. Так, его там вроде бы уже и нету в клетке-то. Да, но то, что он сейчас делал, какие-то массовые испуги. Это, конечно, было жестко. Так, все это забираем с тобой. И уровень мы этот прошли. Так, ну что, я забираю награды. Само собой разумеющиеся, да? Так, и выпадает нам здесь с тобой лорд пустоты, бородавочник и 11 сфер. Так, у нас с тобой долина подданных. Нам 50 подданных нужно было убить, насколько я помню, было задание, да? И так, я думаю, что этот... Как раз этот отряд очень хорошо здесь впишется. У нас есть зомби. Зомби у меня сильнее, чем их крестьянин. Да ведь? Да. Так, нас уже двое здесь. Давай, давай, плодитесь, плодитесь, как эти, я не знаю, как... Плодовые мушки. Выпускаем баллисту. И я думаю, что, в принципе, половина дела будет сделана. Баллиста здесь будет контрить. Да как сказать, контрить она будет. А вот так, да, так уже совсем другое дело. Ну вот и все, Джаггер подходит. Паладин. Паладина нужно станить, ребята. Хотя стан. Стан он просто остановит его и все. Драться не прекратит. Ну все, тут уже, ребята, выигрыш за нами. Вот почему я все время и хотел вот этого зомби в свое время получить, ребят. То, что он сам плодит себя. То есть он укусил, и если умирает противник, вместо трупа появляется вот такой вот зомби, который будет сражаться на нашей стороне. То есть есть плюсы, понимаешь, да? Так, ну что здесь у нас? Здесь то же самое, прибавляется копейщица. Прибавляется копейщица и... И что? Ну, копейщица. Опа! Ну, Джаггернаут, ясен перец, ребята, проигрывает перед паладином. Тут к бабке, как говорится, не ходи. Ты это копейщица заколебала, а? Вот у нее вот этот вот уродский удар, когда она отталкивает. Все, посидите в клетке и подумайте над своим, так сказать, поведением. Давай, Джаггернаут, выходи. Ну куда вы там, блин? Смотри, он хочет... А, все, клетка исчезла. Так, минус палыч. У меня две баллисты стоит. Как ты видишь, сзади. Клетку выпускаем с тобой. Опа. И все. И замок. Грубо говоря, мы с тобой разнесем сейчас. Давай, давай, давай. Паладин, конечно, крепкий, малый. Но против него очень хорошо работают дамагеры. Так, что у нас там, друзья мои? Третья миссия. Третья миссия. Энергии, к сожалению, здесь нету. Эту я тратить энергию не буду. Вот тут есть. В
принципе. Блин, тыквоголовые, ребята. А тут у них грифон. Ну, против грифона можно... А кто у меня будет с ним драться? А некому. Вот так-то. Так, выходи, самурай. Кто у меня вот будет драться с... против грифона? Я не знаю, ребят. Есть только грифон. А, ну уже, конечно, энергии у нас достаточно. Теперь можно вызвать тыквоголового. В принципе. Так, выпускаем корни. И, соответственно, будем вызывать нашего грифона. А-а-а, нашего грифона. А у них паладин есть, который может, ребята, круто им помочь. Потому что паладин бьет и воздушные цели. Вот так-то. Так, слушай, а если я деда сейчас позову? Старого воина. Я думаю, что это будет хорошо. Заморозочка. Плюс корни. И еще один тыквоголовый. Ну, сейчас мы посмотрим, кто кого. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас их тут в хламину разнесем. Опять этот вышел. Ух ты, карточка на грифона. Давно не выпадала, друзья. Мне же грифона нужно прокачать. Поэтому я карточки от него очень рад. И бух. Взорвали замок. Все замечательно. Так, сколько у нас там еще? Третий, да, этап? А, четвертый. Ну, я, в принципе, могу этим отрядом вполне отыграть. У них прибавляется всего лишь лучница. Только лишь лучница. Для нас она вообще не имеет никакого веса. Кого она будет бомбить? Терракошу моего? Да пускай хоть забомбится. Ничего не получится. А вот здесь вот, конечно, плохо. Опять начинается у них вот эта вот команда Гуфи, блин. Бесит. Это вот и мы разберем с тобой с полтычка. Тут я не переживаю нисколечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, выпускаем корни, срочно. Так, самурай, самурай, давай быстрее, продавливайте. Так, грифон. Ну. Еще один самурай. Так, конец крестового похода. 50 этих я уничтожил, да, получается? Подданных. Конец крестового похода. Первый раз, кстати, я такое событие вижу. Корни. Конечно же, ребят. Кишмиш, посмотри, какой там творится. Одного за другим, как семечки. Так, опять паладин. Интересно, дедуля хочет выйти погулять, а? Я думаю, что хочет. Но только мы его выпускаем тогда, когда уже практически победа. Он даже не успеет добежать. Все. Так, ну что, ребята, остается последняя миссия. Так, забираем здесь с тобой награды. 94, всего лишь 94 у нас с тобой гема. Это мало. Нужно 750. Так, а вот здесь, друзья мои, очень такой неприятный у нас босс. Да-да, это жрец. Епископ, называйте его как хотите. Суть от этого не меняется. Так, он не вызывает, и я никого не вызываю. Будем так и стоять, да? Любоваться на замке? А, нет. Нет-нет-нет, он вызвал маленького пройдоху крестьянца. Крестьянца! Хотел сказать маленького крестоносца. И в то же время хотел сказать крестьянина. И получилось крестьянца. Так... Палыча, палыча валим, конечно же. Так, ну, прикинь, они сейчас вдвоем тут ушатают. Нет, вдвоем не ушатают, к сожалению. На тебе. Ах ты. О, так он уже вышел. Упс. Друзья мои, что-то пошло не так. Я хочу вам сказать. Хотя нет, все так. Нам помог прыгун.
Он его из-под тишка, как говорится, уничтожил. Ну что, друзья мои, двигаемся далее. Смотрим, что у нас там за награда. А наградушка у нас должна быть, наверное, крестьяне или эльфы. О, эльфы. На эльфов я тоже коплю. Воу, друидка. Так, трансформатор и роща. Ребята, 152-й портал. 152-й, офигеть. Так, у нас с тобой, ух ты, даже энергия есть. Ну что, начнем с этого отряда. Короче, самурай плюс ниндзя. Это все против меня пойдет, да? Самурай плюс ниндзя. Так, а я буду выпускать, естественно, против них голема. Пойдет голема, а следом уже надо вызывать ниндзю. Вот прям следушком. Блин, он немножко меня опередил по скорости. Но не по тактике. Опа, ураганчик. Как вовремя. Мы их немножко оглушили. Не-не-не-не-не. Даже не думайте об этом. Никакой победы вам здесь не видать. Да. Все, ребят, ну тут, сами видите, мы их прижучим. Без вариантов, просто-напросто. Ну, естественно, самурай в истерику упал. Что он еще может сделать? И замок уничтожили. Идеально. Следующий поединок нас ожидает с кем? Храмовый пес, да? Ну, поехали тогда этим. А что, у нас выбора нету, ребят. Энергии на отрядах нету. Вот приходится драться тем, что есть в наличии. Наличие отряд с друидкой. Кстати, довольно неплохой отряд. К твоему сведению. Опа, опа, опачки. Тихо. Напугал гаденыша, ты посмотри. Ну ладно. Погнали. Всех в распиву, правильно. Ой, ниндзя. Блин, ниндзя сейчас из-под тишка будет. Ну-ка, надо ее подтянуть, ребят, сюда, поближе. Так. Ну, ниндзя готова. Еще одного палача вызываем. И молотильщик следом пойдет. Опа, как... Блин, она выжила, а? Ты посмотри. Тут мы ее, конечно, закромсали. Возле стенки они все, как говорится, слабачки. Мы их просто к стенке ставим и уничтожаем. Тотально причем. Что у нас там? Третья миссия получается, да? А хватит нам энергии с тобой пройти вообще вот эту вот локу? Я думаю, что хватит. Ох ты, черепаха тортила, друзья мои, ожидает нас здесь. Со своей массовой бомбежкой. Поэтому... А что поэтому? Поэтому здесь надо будет друидку вызывать, чтобы она захиливала наши отряды. Скорее всего, так будем действовать. Так, и ниндзя еще. Твою налево, ниндзя тут еще, блин, появилась. Я немножко опять не так сделал. Вот что надо вызывать, чтобы пробивать это все. Вот таким вот образом. Коплю на друидку. Ну? Чё такая живучая-то, а? Не образила ли ты, блин, прикинь? У двух ниндзя подряд сработала вот эта вот отложенная смерть. А вон и черепаха. Ее сдуло ветром. Каким-то попутным. Ну, друидка, выходим, выходим. Как только я начинаю вызывать своего босса, мы сразу начинаем побеждать. Ну что это такое, а? Если бы я не стал бы вызывать, наверняка бы мы там сейчас бы до посинения пинались бы возле этих ворот. Так, а здесь у нас то же самое, плюс копейщик. Мелкий хмырь появился здесь. Ну что будем делать? Ну, естественно, будем вот так вот, наверное. Плюс молотильщик. Самурай позвал, а? Молотильщик, ты, конечно, хорош, но... Блин, ты тут не справишься один.
Кстати, а вот это вот бесявый, ребята, отряд. О, я сейчас объясню, почему. Ай, сработало, что ли, ихняя фигня? Нет, отлично. Сработало на нас, как нужно. Молотильщик погиб, соответственно, его пила циркулярная всех забомбашила. Смотри, что творит, а? Смотри, что это ниндзя вытворяет. Плюс этот храмовый пес, вот. А чтоб знал свое место, это ниндзя. Куя. Сейчас я устроим такой куя. Ну. Вот она, друидка, я ее так долго ждал. Когда же, думаю, смогу ее призвать. И я ее призвал. Ну все, тут возле стенки, как я уже и говорил ранее, ребята, они все беззащитные. Отступать им некуда, да? Друидка тут уже подошла, свои тотемы наставила, и мы их разобрали. Так, и у нас с тобой вроде бы как последний поединок должен быть. Да, последний поединок, здесь энергии нету. Так, секунду, подожди. Вот. Здесь есть. Она как раз нам здесь и нужна, потому что... Ну, бог ветра, сам понимаешь. Довольно беселый чувачок. Надо будет оставить ульту, не потратить ее раньше времени. Так, вышел самурай. Слушай, а если я сейчас ведьму позову? Блин, я не успею. Я бы хотел, но я не успею. Ну-ка. Понятно, тут в разнос. Причем в капитальный разнос. Вот, ребята, и ведьма. Вот и ведьмишка. Тудыщ. Да, это жаба, чертова она. Бомбит, но у нее долго перезарядка. А босса я не вижу, ребята. А времени прошло прилично. Да. Вот он, вот он, вот он, вот он. Друзья мои, вот он босс. Тут как тут. Довольно такой тошнотворный босяра на самом деле. Все-таки успел один раз он дунуть в свои меха. Ну, как дунул, так и отдуплился. Сундук нефритовой империи. Так. Копейщик нам выпадает. Так, у нас территория захватчиков, потом территория подданных, фабрика роботов, нежить и портал. 153-й портал будет, прикинь. Так, да елки-палки. То он с жабой, с пушкой, то теперь он слизня морпеха с собой зовет. Ладно, слизень морпех, слушай, у меня отряд-то здесь... Сложно, если честно. Как я тут буду его контролировать? Ну ладно, Джиггернаут, но он не справится. Один на один против стража. Баллиста, сам знаешь, она дорогая. Что сейчас получится, ума не приложу. Ну, у нас вариантов не так много. Жнеца можно, в принципе, попробовать позвать на ранней стадии-то, да? А, клетка же еще есть. Клетка, это хорошо, ребят. Ну, в принципе, я думаю, победушка за нами. Уже в кармане даже. Тем более жнец когда вышел. Да когда еще и ползун там бежит. Ну вот и все. Вот и кончилось жаркое лето. Прикольно. Ну что у нас там получается? Энергия... О, погоди, погоди, погоди секунду. А что такое? Не понял, ребят. Кто? О, ну наконец-то, друзья мои. Наконец-то мы с вами прокачали копейщика до последней звезды. То есть он становится фуловым. Так, прокачки он достоин. Так, хватит ли нам денег с тобой докачать его до соточки? Давай, давай, Рэй, дожимай. Слушай, хватит. Опачки. Уровень бойца не может быть выше уровня самого игрока.
Наносит яд на наконечник копья, что со временем увеличивает нанесенный ущерб. Вот так вот. Красиво. Так, у нас храмовый пес. Скоро еще тоже апнется. На него нужно всего лишь 9 карточек, да, получается? Так, это у нас Сакура, храм цветущей вишни. Пагода очень много, да, нужно? Да, ребят. И Вуджен. На него тоже нужно очень много карточек. Кстати, Вуджена что-то давненько мы с тобой не видели, да? В поединках. Против нас. Обычно раньше он всегда выходил. Ну что, друзья мои, энергию мы с вами всю отыграли. Вам, естественно, большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся уже в следующих видосиках. Так что всем удачи и до скорого.